Встреча с активом региона, новые задачи по развитию в области и уделу открытия поликлиники для дорослых. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Гомель. За ходом визиту сочили наши корреспонденты. Встреча с активом Гомельской области протягивается больше, как 3 часа. Александр Лукашенко узгадывает минулое и окресливает новые задачи. Президент переконаны, социально ориентованная политика, якая проводится на протягу опошних 10 лет, приносит становчие выники. И главный из них – махчимость жить на своей земле и самостоятельно вызначать ее лёс. При этом керовник державы особливо подкресливает той факт, что значная увага надавалась и надается территориям, которые потерпели у вынику Чернобыльской аварии. Правда, зараз размова идет уже не об одраджении, а миновито развитии. Сярод задач, якія необходимо вырашить у ближайший час, проведение масштабной мелиорации, что дозволит отримать значную прибавку уроджаю. У нас немного на Гомельщине плодородных земель, а самое главное – обводненных земель. Вы всегда страдали от засухи. Спасти эти земли надо в правительстве. Рассмотреть вопрос мелиорации прежде всего и Гомельской области. Ну, не потому, что я у вас здесь, а потому, что если мы дополнительно эти земли обводненные не введем в строй и не спасем, вам не за что будет прибавлять. И второе, о чем вам надо уже сегодня подумать, по орошению земель. Не в плане мелиорации, а поливных земель. Технологии известны. Александр Лукашенко перекананы. Для вытворчества сучасной продукции у Беларуси достатково компетентных и профессийных кадров. У якости прикладу предприемство «Гомсельмаш», якое у свой час не только заховали, але и надали ему значный импульс у развитии. Мы поступово створили суперсучасный комбайн, каже Александр Лукашенко. Проблем еще много, но они делают самые современные комбайны. Это я знаю лично, потому что по каждой марке комбайна давалось мое поручение, и я их проверял в поле. Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности. Сярод державных приоритетов социальная политика занимает далеко не апошнее место. При этом основный упор тут на развитие системы аховы здоровья. Пандемия коронавирусу подтвердила правильность проводимого курсу. Мы справились тому, что надавали великую увагу этой сфере, перкананы Александр Лукашенко. Миновит об этом он каже подчас открытия у Гомеле новой поликлиники для дорослых. И особные слова подяки у адрес медиков, которые у этой складанный час подтвердили свой высокий профессийный уровень. Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь, они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете? У нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь. Это вельми необходимый объект для людей. Миновито так оценивает Александр Лукашенко новую поликлинику. С ее открытием у Гомеле появляется поликлиничный комплекс для дорослого и детячего насильства. Детячая частка открылась в 2014 году. Працевать у медкомплексе будут 450 специалистов вельми высокой квалификации. А проча того, дорослую поликлинику оснастили самым сучасным медицинским обсталеванием. Виктор Сорокин демонстрирует працовное место лор-урача. Каже, что ранее доследования, которые можно тут проводить, робились у разных медицинских установок, что было незручно как для пациентов, так и для врачов. Качество диагностики, ну я не скажу, что было хуже, да, но, скажем так, было более затруднено. С помощью, когда врач имеет на своем рабочем месте и возможность провести эндоскопию, да, и возможность провести микроскопию, значительно быстрее ставится точный диагноз. С помощью этого диагностика злокачественных заболеваний можно производить на более ранних стадиях. Так, и длительность временной нетрудоспособности, соответственно, также может при этом сокращаться. У новой поликлиницы предугледзели, сдается, все. Починаючи от умов для людей с обмежованными махчимостями и, в приватности, дренным зроком. Увогуле, поликлиника створалась для обслуговывания жыхару 3 микрорайонов Гомеля. Але у ближайшей перспективе на ее базе почнут спрацовать 8 центров коллективного обслуговывания для насельництва областного центра и Гомельского района. Усяго больше, як 530 тысяч человек. Это дозволит выкористовывать дорогое обсталявание больше эффективно, а лишь на диагностичную допомогу зарабить больше.
доступной. По словам министра аховы здоровья Владимира Караніка, гэтую установу можно лишить новым стандартам поликлиничного звяна. Калі врач уже на первичном узровне сможет оказывать допомогу, для якой ранее людей необходимо было накировывать у стационары. Сучасное обсталевание дозволяет робить это якостно и оперативно. То есть пациент большую часть помощи может получать на амбулаторном этапе. И опять же, невролог, если раньше в поликлинике это был основной рабочий инструмент, это молоток, то сейчас есть возможность нейровизуализации, есть компьютерный томограф прямо здесь. Таким образом, первичное звено становится центром клиника, первичной клиникой диагностической помощи на очень высоком уровне. А стационар оставляем именно так для тех, кто нуждается в круглосуточном наблюдении и нуждается в высокотехнологичных медицинских вмешательствах. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».